Друзья, я рад вас всех приветствовать. Мы сейчас находимся с вами на слиянии двух рек, небольшой речки, которая называется Савленка. И вы видите, она несет свои волны более крупную реку, которая называется Тосна. Сейчас самое удивительное то, что реки не подо льдом. Мы находимся здесь в середине января. В январе в Ленинградской области обычно заморозки, морозы, сугробы. Можно кататься на лыжах, на санях, лепить снеговиков. Но сейчас, вы сами понимаете, этого делать мы не сможем, потому что вокруг снега нет. Очень удивительно в этом году у нас погода. Климат каким-то образом преподнес сюрприз. Он не меняется. Нельзя судить о изменении климата по одному году. Преподнес сюрприз. Ну что ж, давайте этим сюрпризом воспользуемся. Тем более, место-то довольно удивительное. Смотрите, две реки, но в названиях, даже в этимологии этих рек, мы видим две культуры. Савленка, происходит французское слово сабль, что означает песок. А тосна происходит от русского слова теснина, цна или тосна. Видите, как это переплетается история земли в названии даже вот этих рек. Еще, если посмотреть здесь на, соответственно, кусты, которые вокруг нас, хорошо понятно, что находимся мы в пойме рек, которые называются плавни. Эти места затапливаются во время паводков. И, смотрите, вот эти паводки приносят то, что здесь растут даже удивительные растения, не свойственные северным таким нашим краям. Если посмотреть на землю, с нее можно поднять вот такой маленький плод, напоминающий чем-то мочалку, да? Такой мочалкой, наверное, может пользоваться домовой или кикимора. А вот мочалки, они растут здесь на кустах. Это бешеный огурец. Семейство тыквенное, род бешеный огурец. Видите, здесь вырос. Скорее всего, семена принесли из верховьев реки. Скорее всего, кстати, принесла Савленка, поэтому давайте по этой речке и пройдем. Кстати, да, видите, вот веточка ольхи. Мы видим здесь шишечки, это разносятся семена. И, кстати, на шишечках тоже плод, мочалка бешеного огурца мы тоже наблюдаем. Хорошо видна у нас здесь лебеда, да? И мы видим здесь даже семена лопухов. Был бы сейчас снег, мы бы не заметили бы их, потому что они были бы покрыты снегом. Но сейчас хорошо видно, что колючки, они есть, они прилипают к перчаткам. И это такое свойство, наверное, семян распространяться с помощью таких людей, как мы, или, наверное, таких животных, да, как мы. Ну, давайте пройдемте вдоль речки Савленки, посмотрим, что там удивительного сохранилось для нас. Пойдемте вверх по течению. Друзья, мы с вами сейчас находимся в каньоне реки Савленки. Река Савленка хорошо видна. Смотрите, вот шумит такой поток, который несет частички глины. Поэтому мы видим, что вода немножко глинистого цвета. И такими частичками река Савленка за 20 тысяч лет вымыла просто гигантский для Ленинградской области каньон. Посмотрите, 20 метров мы видим склоны, которые проросли разными растениями, деревьями, кустами. Сейчас мы находимся здесь, я напоминаю, в январе, и мы видим, что происходит здесь, когда нет снега. То есть обычно это все это скрыто снегом, и процессы, они невидимы. Но сейчас мы их видим. Ну, давайте подойдемте к ближайшему. Это называется комол, да? Комли. Дерево. Видите, на нем растет довольно много мха. Мох, мы видим, зеленый. Соответственно, в данный момент мох не просто тут происходит у него процесс фотосинтеза, конечно же, он еще и размножается. Хорошо видно вот здесь коробочки, откуда рассыпаются споры. Мох растет на больших грибах. Мы видим шляпочные грибы, которые разрушают древесину. Сами грибы уже поросли другими грибами, которые разрушают эти же большие грибы плесневые. Мы видим грибки. И, кстати, грибов здесь очень много. Вот давайте подойдем, например, вот к этим стволам. Их спилили, наверное, где-то 5-6 лет назад. И уже видно хорошо, что из среза
появляются плодовые тела выше грибов. Эти грибы разрушают древесину, это их, соответственно, задача, ну, это их жизненная цель, получать энергию из древесины. А в природе они разрушают лигнин и позволяют веществам древесины опять входить в кругооборот питательных веществ в природе. Если бы этих грибов бы не было, то из этой бы древесины формировался бы каменный уголь, кстати. Так и было у нас на нашей планете где-то 200 миллионов лет назад. Сейчас такого нет. Хорошо видно, что помимо грибов, а, кстати, лишайники – это сейчас систематическая группа грибов, мы видим же и плодовые тела лишайников. В отличие от разрушающих древесину микромицетов или грибов, лишайники получают питательные вещества за счет того, что в теле гриба растут водоросли. И лишайников очень много разных видов. Очень сложная систематика. Здесь мы видим лишайники, которые как вот пластятся под древесиной. Или в виде таких пленочек как растут. Хорошо видно, что с теневой стороны лишайник, он немножко окрашен, видите, в розовый цвет. Соответственно, с солнечной стороны он такой серебристый. И плюс еще здесь маленькие такие желтенькие плодовые тела. Это уже древесино-разрушающий гриб. Давайте пройдемся по каньончику немножко сюда. Хорошо видно, что на земле мы наблюдаем выходы горных разных пород. Вот это вот оболовый красный песчаник. И, кстати, вон там тоже мы видим эти же выходы песчаников. Давайте посмотрим, что здесь. Да, вот он песчаник, в котором тоже, видите, большие-большие такие подушечки бархатистых зеленых мхов. И здесь мы видим зеленые мхи. Мох, как получается, зимой, он, наверное, единственный, кто здесь у нас производит кислород. Хорошо видно, что вот это дерево, сухое дерево, получается, оно уже умерло. Его, соответственно, стволом занимается... Вот такие грибы. Давайте мы тут сорвем флавулина. Хорошо видно, что на флавулине растут уже другие плесневые грибки, которых задача разрушить плодовые тела выше грибов. Вот, хорошо их видно. Причем вот это поколение мы видим, наверное, декабрьское. Эти плодовые тела выросли в декабре. Они развили споры. И так как январь в этом году тоже у нас теплый, появилась новая генерация. Поглядите-ка сюда. Вот, эти грибки только готовы производить споры. Наверное, какие-нибудь гурманы могли бы сейчас прийти шножечком, их срезать, попробовать поджарить, но не будем советовать этого делать. Все-таки зимние грибы бывают и ядовитые. Проверять мы, наверное, не будем. Все-таки с голоду мы пока не умираем. И давайте пройдемте дальше по каньончику. Посмотрите внимательно, сколько много зеленых пятен. Все, что мы видим зеленое, ребята, господа, это, между прочим, живые организмы. Это растения, которые не хотят зимой спать, а хотят жить. Правда, цвести никто не хочет. Цветки у нас все-таки нужны для... Цветки – это органы, которые приспособлены для переноса пыльцы с помощью пчел или шмелей. А пчелы и шмели сейчас спят. Поэтому цветков мы, конечно же, не увидим. Но зеленые пятна. Давайте посмотрим вот на хвощ. Зимующий хвощ. Смотрите. Жесткие стволы, твердые на ощупь. Мы, похоже, поле видели в Комарово. На берегу Литаринового моря. Здесь мы видим его на берегу Иольтьево моря. Посмотрите внимательно, как много здесь, соответственно, хвоща. Можно что-то заполировать. Да, но мы это, конечно, делать не будем. Видно, что листочки маленькие. Скорее всего, это белокопытень. Растение или какой-то похожий на него. Пока нет цветов, очень сложно определять виды. По листьям можно обмануться легко. И, кстати, хорошо видно, что в белой песчанике, мы видим наверху,
А это у нас, соответственно, Савнинская свита. Там мы видим нору. Предлагаю посмотреть, чья это нора. Вдруг там есть что-нибудь интересное. Давайте пойдемте по склону, поднимемся повыше. В норе никого нет. В норе никого нет, слава богу, наверное, жилец этой норы подчиняется законам природы и сейчас находится в теплых краях. И давайте посмотрим на сам склон. Хорошо видно, что есть места контактов мхов и лишайников. Ни мхи, ни лишайники очень не любят соседей, выделяют в окружающую среду разные вещества, например, органические кислоты. Скорее всего, здесь идет какое-то химическое противостояние между этими двумя организмами. И, кстати, смотрите, господа, ребята, какие большие заросли чистотела. Сейчас, если этот листочек оторвать, польется желтый сок, который очищает организм от бородавок. Не будем мы этого сегодня делать, потому что все-таки жалко, жалко эти растения. И я думаю, сейчас мы еще немножко пройдемся здесь по каньону, может что-нибудь увидим. Пойдем-ка мы, ребята, вниз. И вот туда по тропинке пойдемте посмотрим, что там. Оп! Друзья, мы с вами находимся около уреза воды реки Савленки, на самом дне Савленского каньона. Хорошо видно, что волны реки несут частицы, разные частицы, частицы торфа, глины, поэтому вода окрашена в такой вот янтарный цвет. И за 20 тысяч лет неустанно река вынесла, смотрите, какой объем горных пород. Мы видим отношение горных пород, которым 500, 560 миллионов лет. Давайте мы их посмотрим, ребята. Это очень резко, очень редко их можно увидеть. И давайте мы их здесь посмотрим. Мы с вами находимся сейчас в Кембрии. Соответственно, эти породы здесь, именно в Ленинградской области, они известны, во-первых, своим интересным формированием, во-вторых, в них, к сожалению, мы не сможем найти кембрийскую жизнь. Остатки кембрийской жизни здесь найти нельзя. Ну, давайте посмотрим, что это за породы. Во-первых, мы видим вот эту вот синюю, голубую кембрийскую глину. В Ленинградской области здесь, в Тосинском районе, самые большие в России толщи кембрийской глины. Возникновение этой глины – большая загадка для ученых. Она очень липкая, из нее можно лепить разные фигурки. Но откуда возникли вот эти слои, которые вниз идут еще на несколько десятков метров? Никто не знает. Возможно, это была большая река, которая впадала в какое-то море. Но устье этой реки пока не найдено. Возможно, это был вулкан, и мы видим пепел. Но жерло вулкана тоже, к сожалению, не найдено. Про эту глину, конечно же, еще мы будем рассказывать, потому что она хранит очень много интересных загадок. Но, ребята, сегодня мы попробуем увидеть разнообразие горных пород. Давайте посмотрим чуть повыше. И чуть выше мы видим склон, на котором выходит уже не глина, а кембрийский песчаник. Сейчас я стою на четвертичных отложениях. Мы видим здесь пески, глины, перемешку с глиной, с гнилыми листьями, со стволами. Это все современные горные породы. Но пройдя чуть выше, мы видим, какой прекрасный склон, какой прекрасный обрыв. Белый, оранжевый. Пойдемте посмотрим. Друзья, мы все с вами, мы все так же с вами находимся в Кембрии. Это кембрийская горная порода. Из этой горной породы делали изделия из стекла, поэтому в Савлино есть пещера, заброшенные шахты.
Высокого качества песчаник белый, как снег. Вот здесь чуть-чуть мы видим таких прослоек белоснежных. Основные же здесь прослойки, видите, они кремового цвета, оранжевые, розовые. Цвет песка обусловлен, конечно же, солями железа, оксиды, гидроксиды. Видите, он слоеный, словно пирог. Но это не пирог, это все морские отложения, которые, кстати, сейчас современные животные используют для жилья. Посмотрите, какие здесь норки. Прекрасные норки ползающих, роющих ос. Ос мы сейчас не видим, конечно же, зимой, в январе, откуда они могут взяться. Но если сюда мы придем летом, на нас будут жужжать эти грозные насекомые. И я предлагаю сегодня немножко сейчас оставить Кембрий в покое. Кембрий оставим внизу, а пойдем чуть выше, в Ордовик. Пойдемте-ка мы к ордовикским горным породам. Для этого мы сейчас опять пойдем по зарослям. Смотрите сами, какие здесь заросли чудесные. Опа! Какая здесь чудесная ольха. Пойдемте чуть выше. Друзья, ну, мы все-таки дошли до выхода уже ордовикской горной породы. Вот этот алый песчаник, это мы, ребята, видим уже тощинскую свиту. Оболовый песчаник, в составе уже есть остатки разных морских животных, про которые мы можем будем говорить в дальнейшем. Сейчас мы видим только вот такие вот структуры, немножко напоминающие шишечки. А в разрезе эти шишечки на самом деле являются трубочками, которые пронизывают песчаник. В этих трубочках жили, возможно, жили черви неясного систематического положения. Про это можно только еще говорить. Их еще называют скалитосы. Но, смотрите, мы достигли уже вершины каньона. Сверху горные породы, ордовикские и девонские, все они содержат разных морских животных, про которые мы будем говорить. Но сегодня наша цель достигнута. Мы уже немножко запыхались. Все-таки январь. Напоминаю, январь, очень темно и тихо. Наверное, нам пора оставить эти гостеприимные места, речку Саблинку, и направиться в другие места, тоже, наверное, интересные. Но я хочу с вами со всеми попрощаться. Всем удачи, ставьте лайки. Увидимся еще. До скорых встреч.